тому, чтобы экономить бюджетные средства, и очень аккуратно относимся к людям, которые там пытаются тем или иным способом влиять на эту ситуацию. Вот вчера управлением экономической безопасности ГУВД по Ростовской области были проведены следственные мероприятия, в ходе которых была задержана наша сотрудница МКУ управляющей компании ЖКХ Ленинского района города Ростова-на-Дону Тищенко при получении взятки 40 тысяч рублей. Ну, тема это капитальный ремонт многоквартирных домов. Здесь три источника финансирования: областной, городской и личные деньги людей. Вот в связи с тем, что в этих действиях квалифицируется часть 3 статья 204 Уголовного кодекса, это Ктищенко, и есть еще 204 статья, это предпринимателю, который ремонтировал эти дома, мною принято следующее решение. Я отправляю в отставку главу Ленинского района Федосеенко Михаила Владиславовича. Я отправляю в отставку зама главы по ЖКХ Кулешова Сергея Петровича. Я отправляю в отставку директора нашей МКУ управляющей компании Ленинского района Нестерову Инну Владимировну. И буду предлагать взяткодателю тоже написать заявление. Это решение, я думаю, поддержит губернатор, потому что он всегда во все времена говорил, что надо наводить порядок. Терпение заканчивается, и поэтому решения эти жесткие, они однозначные и не обсуждаются ни с какой стороны. Я думаю, до конца недели я произведу новое назначение и будем работать дальше. Спасибо. Спасибо.